Если сейчас Кремль использует этот теракт для того, чтобы ввести что-то такое, что без теракта они бы делать не решались, например, там, массовую мобилизацию или какое-то особое военное положение, или бросят войска на Киев, заявив, что это Киев направил этих боевиков. Ну, в общем, если будут какие-то особенные действия, где этот теракт станет таким оправданием казус белли, то тогда будут все основания опасаться, что этот теракт, собственно, российскими властями и был организован. Пока похоже на то, что это настоящий теракт, и вопросы основные, где же были все эти российские спецслужбы, у которых было предупреждение от мирового сообщества еще 2 недели назад о готовящемся теракте, почему не были никакие усиленные меры безопасности в местах скопления людей.